Итак, мы продолжаем наш тренинг. Шейно-воротниковые зоны, специальный мануальный массаж. Центр номер два – это конкретно шейно-воротниковая зона, то есть вот этот участок. До этого мы делали плечо-лопаточную зону и до таза, там, да, вытягивали, декомпрессировали человека. Теперь последнее было, художник смывает рисунок, это мы растерли все, сняли и растираем опять вот здесь. Вот растираем. Это получится первое. Отсюда и до сюда вот всю шею растираем. Ременные мышцы напишу. Понятно, да, откуда они идут? Примерно до 5-6 позвонка. Вот прямо от черепа. Мышцы, ну, естественно, и трапецию. Трапеция идет вот до сюда, да? То есть вот все, всю эту зону, всю растираем. Второе, это запуск ракет. Ну, какие вам ближе? Искандер, Томагавк, С-500, С-400? 500. С-500, да? С-500. Вот тут шарф находится, да? И весь локоть идет, поднимая трапецию, как бы мы ее подкидываем вверх. Трапецию. Помните, я вам говорил, каждый раз мы будем возвращаться после каждого действия, и каждый раз трапецию назад, 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 отводить ее. Так, третье. По очереди разминаем теперь поочередно, слева, справа. Поочередно трапецию. Слева, справа. Значит, что делаем? Инвертирование на растирание. Инвертирование. Понятно, что за слово, да? Ладони вывернули назад. Вот так вот. То есть работает только перепонка, по сути. Вот когда получается ладонь еще сгибается, это уже разминание. А когда вот так, это трение, трение. Чтобы слышно был вот этот звук. То есть первое, инвертированное. Растирание, следующее поперечное разминание, и продольное разминание. То есть вот это вот, вот так вот все, и вот так вот все, да, вот до сюда. Четвертое, это вибрации. Ну, поперечное разминание, я напишу, это вот в скобочках, прищепка, да, прием прищепки. Четвертое, это опять же прищепка, только вот этими пальцами получается, да, мышцу захватили и растрясли ее. Вибрации, растрясание. Пятое получается, кулаками уже. Кулаками уперлись вот сюда и вот так вот жестко вот это вот все вот глубоко перпендикулярно с давлением вот туда в тело прям. Потом нарезка на колбаске, да,
Так. Глубокое разминание кулаками. Нарезка на колбаски. Ну, вот ты говоришь, что ты делаешь нарезку на колбаске круговыми движениями, да? Да. Тут как бы лестничная мышца, да, но это получается болезненно, там посечные суставы. Кто терпит, да? А мы нарезаем, получается, только верхнюю мышцу. Тут как бы более терпимо, так скажем, да. То есть выбирайте, кому как удобнее. То есть нарезаем, соответственно, кулаками, да, вот раз, два, вот так вот, нарезку на колбаске. Распилили шею и перешли на шестеренки. Шестое. Шестеренки. Рисую, чтобы было видно. Черным цветом. Несколько раз получается линия прохода у нас. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Туда, сюда. И теми же шестеренками, седьмое получается, да? Седьмое. Вытяжка с вибрацией за череп. Вот, и таким образом мы вот вытягиваем, уперлись, да, и вытягиваем. Уперлись, еще раз вам говорю, можно, конечно, прям костяшками, но это будет болезненно, или кто-то вот этим прям упирается костяшками в череп, да, это болезненно. Кто-то вот, у тебя получилось, да, спустился ниже, получается, в челюсть уперся, да, или тут лимфоузлы, тоже болезненно, да, все-таки надо держать именно на затылке руки. Плотно так. И они очень удобно обхватывают, как раз вот чашечка такая получается, да? Очень удобно обхватывают череп с двух сторон, вот прям близко друг к другу. Тянем череп на себя с вибрацией. Это мы подошли уже к волосистой части головы, о чем поговорим в следующем, третьем сете, об этом в следующий раз, да? А сейчас смазываем руки маслом и идем отрабатывать все на практике. С вами был Олег Алабудин.